Мяу, ёпта. Всем здорово, ребятки, с вами Фабиан, и сегодня мы поиграем с вами в симулятор кота, потому что давненько у нас не было каких-то странных игр, симуляторов и прочего бреда, поэтому я нашла симулятор кота. Ладно, короче, давайте начнем с... Что у нас здесь? Господи, уровни, посмотрите, какая прелесть. А, или мы можем выбрать, за какого дебила играть. А, за рыжего, конечно. Вопросы какие? Уилл его зовут? Этого зовут Ниппи, это Лин, а это Уилл. Хорошо, мы будем играть за Уилла. Окей. Нужно больше игрушек, маленький рыжий кот. Хей. Так, смотрите. Нам нужно завалить кучу книг. Эть! Знаете, как кошки лапкой так? Беспалево сдвигают предметы со столов. Вот оно. Эть! Хи-хи! Хи-хи! Все скинуть! Носок! Носок! Еще носок! Носок! Носок пошел! Нет, вешалка! Вешалка пошла вон отсюда! Еще носки! Почему хозяин разбрасывает носки здесь? Почему на столе они лежат? Прыг! Промахнулась! Так, что-то упало! Бамбук пошел вон! Цветок! Ой, упал! Я не хотела! Нет, 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 нет! Нет, нет, нет! А у меня есть время, да? Время? Черт! Ой, она задергалась вся! Фу, что-то осталось! Какой-то горшочек! Мяу! Так, а в шкафу? Мы можем открыть шкаф? Эй, открылся! Открылся! Здесь есть много всего! О! Я не вижу ничего! Все, вижу! Все, пошло отсюда! Че, Moon Gravity? Круто! О, круто! Книжки! Все пошло в жопу! Пошло все нахрен! Очень расслабляющая игра, ребятки, кстати! Если вдруг вы задолбались, у вас сессия, экзамены, зачеты, просто включайте симулятор кота и сгребайте все к чертовой матери. Прыгнем на эту полку и с этой все начнем скидывать. Шмотки, шмотки. Эть в этот ящик. Лунная гравитация, это так круто. Прыгнуть. Стоп, вот сюда. Нет, как бы это... я влезла? Влезла в какую-то полку. Башмак, башмак. Башмак, башмак. Уходи, уходи, башмак. Еще один дурацкий башмак. Такой звук еще. Кажется, хозяин будет доволен, что я навела здесь такую прекрасную уборку. Хозяин, я убрался. Я сделал. Как пролезть? Я застрял. Хозяин будет доволен такой уборкой. Вот, это все тоже туда. Нормально. Ты что это она здесь осталась? Да почему все падает на полке ниже? Ну что это такое? Так, как же залезть-то на эту полку? О! Все же упадет на кровать! И мне придется еще с кровати сгребать. Ну это же неудобно совсем. Симулятор кота! Там дверь! Что там? Что там? Здесь еще много всего. Все сгрести, все, нефига, хозяин задрот. Все сгребаем. Что это, что это? Какая-то хренотень. Ивент какой? Что мне дадут? Что там? О, игрушка. Это все нафиг. Нафиг. Все, телевизор, почему не съехал? Что это такое? Это трамплин для меня? Это трамплин. Я не допрыгнула. Ладно. Это что такое? Ну-ка, все пошло вон. Апгрейд? Какой апгрейд? Какой апгрейд? Что там? Где апгрейд? Это он? Апгрейд? Что это? Ленточка? Надеюсь, она не как в полке среди нас. Давай, все, скидываем. Все, нечего тут лежать. Ишь ты, разложил. Как допрыгнуть до туда? Я что-то уже снесло. Кухонька! Кухонька! Выгребем это все отсюда. Все отсюда, вон, вон. Хозяин, уборка тебя ждет, хозяин. Где он? Боже мой, это потрясающе просто. Горшок! Разодрать все! Где апгрейд? Апгрейд, где? Где, не понимаю. Тут, в цветке? Что ли? В коробке? Что это там? Еще напрыгать, чтобы штуку дали? О, давай, это все убирай. Ты
Почему ты здесь все так неаккуратно раскладываешь? Господи, глупый человек! Холодильник нужно открыть. Откройся! Все отсюда нужно убрать. Почему это здесь лежит? Это просрочено. Ревизорро, здравствуйте. Меня зовут Елена Летучая. Быстро все это выкрепляй отсюда. Так, где маркировочка? Маркировочка где? Нету маркировочки, почему? А здесь что? Почему с ложкой хранится? Выбросить. Овощи почему не запакованы? Не прикрыто. Выбрасываем. Посуду давно мыли? А почему у вас посуда здесь так стоит неприкрытая, а? На нее же пыль оседает. Вы это все людям живым даете. Как же это так? Посуда вся пыльная. Перемывать быстро. Хозяин. Хозяин, перемывать. Да, ну куда она? Это быстро. Съесть, съесть. Вот так. А это что за дверь? А, сортир. Мотать туалетную бумагу, это же мое любимое. Я залез под унитаз. Мотать туалетную бумагу. Надо запрыгнуть на унитаз, унитаз удобнее, точно. Вот, вот так, мотаем, 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 мотаем. А я все смогу смотать. Да, апгрейд, апгрейд. Что это? Скоростность. А это что? Это что, мой лоток? Я могу здесь копать, я могу выгребать из лотка весь наполнитель. Что это такое? Что это? Какая-то классная штука. Отсюда тоже все нужно выгрести. Это что такое? Почему так пыльно? Глупость какая. Как это все убрать? Хозяин, тут какая-то фигня. Вода! Вода течет. Нет, я не хочу. Фу, вода. Ящик какой-то открылся. Да как же это? Да как же это так-то? Закрылся. Ящик, откройся. Нет, не получается. Картина. Муси, какой еще Муси? Меня зовут Вил, черт бы вас побрал. О, а, Муши. Его зовут Муши, значит, я открываю нового кота, когда сбрасываю картину. Правильно? Наверное, да. Эть. Ну, я рыжий кот, мне не нужен какой-то другой. Где картина с котом? Мне нужно скинуть картину. Вот так. Она не до конца упала. Она должна упасть на пол. Упала. Как достать? Что это? Кошачья мята, наркомания какая. Тут еще картина. Здесь везде коты. Падай. Проклятый кот открылся. Что я вообще здесь делаю? Горшок. Горшок. Мне не нравится горшок совершенно. Тут еще что-то дают. Уточка какая-то, снегирик. Какие? Что? Где? Что? Я должен бежать туда. Слышу странный звук. Что это? Что это? Что здесь такое? Красная точка! Здесь красная точка, хозяин! Хозяин, тут красная точка. Кто-то управляет ей. Красная точечка. Где она? Где она? Она нет. Она где-то за стеной. Я слышу ее своим ухом. Где она? Ее нет здесь, она где-то там. Красная точка. Я знаю, ты где-то рядом. Вот она, в миске в моей. Хозяин, она исчезла. Кто-то свыше делает это. Где она? Как достать? О, вот она. Она убегает от меня. Что это? Что-то дают. Что это? Какой-то кошачий вкусняк. Ой, заплющила. Заплющила. Нет, застряла. Заносит сильно кот. Щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу. Суперскорость сбрасывания говна. Вот так. Я хочу это раздербанить. А здесь что? Что это? Что это? Готово. Ой, да уж. Игра так игра.
В общем, ладно, ребятки, на этом мы с вами сегодня закончим эту игру. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и вступайте в группу ВКонтакте. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Фабиан. Счастливо!